Евросоюз утвердил новый санкционный список против россиян. В данном перечне оказались кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, а также многие другие. Данная информация появилась на официальном сайте ЕС, передает Эльента.ру. Помимо Михалкова, Корчевникова и Ким под санкциями оказались певец Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев и публицист Дмитрий Пучков. По информации источника, активы российских знаменитостей будут заморожены на территории Европы. Также лица, попавшие под удар санкций, не смогут посещать европейские страны. Отмечается, что в новый пакет санкций Евросоюза входят экономические ограничения, а также персональные меры против порядка 200 физлиц и организаций из России.